Я прочту письмо Ивана Малозова своим детям, Шуре и Музе. Оно хранится в Государственном архиве Ростовской области. Здравствуйте, мои любимые детки, Шура и Муза. Шлю я вам свой родительский привет и желаю вам дальнейшей счастливой жизни. И желаю вам лучших успехов в учебе, чтобы ваши отметки в школе были только на хорошо и отлично. Уведомляю вас, Шурик и Муза, что я тоже учусь. Изучаем военное дело. Изучаем новые виды оружия, пулеметы разных систем и минометы, чтобы с новыми знаниями идти на фронт уничтожать подлого врага-фашиста. А мы скоро поедем. У нас часть людей уже уехала, так что и мы тоже не замедлим. Шурик и Муза, вы живите спокойно. Помогайте маме в домашних делах, чтобы был порядок в доме и около дома, чтобы всегда везде было чисто. Помогайте ухаживать за коровой. Шурик, береги яблоньки в огороде, чтобы их не сломали и не съели козы. Также и кусты смородины, которые потребуются в дальнейшем. Кончится война, и я приеду опять домой. И опять будем жить вместе и работать. А война кончится тогда, когда полностью мы уничтожим врага. А мы его уничтожим, потому что у нас армии много, и армия все растет. Также растет и вооружение, а враг все теряет свои силы. Но на это нужно время. Время длительное. Шурик и Муза, вы обо мне не беспокойтесь. Моя обязанность – нужно идти защищать Родину ради дальнейшей вашей жизни, которая для вас нужна в дальнейшем. Только учитесь лучше, чтобы в дальнейшем улучшить свое положение. Также помогайте и маме в домашних делах. Я чувствую себя хорошо, здоровье стало лучше, ем хорошо. До свидания. Писать больше некогда. Уходим на занятия. Ваш папа Иван Малозов. Ноябрь 1941 год. Судьба фронтовика неизвестна.